Вооруженные силы Российской Федерации, продолжая наступление на широком фронте, установили контроль над населенными пунктами Новоандреевка, Кирилловка и вышли на рубеж Новомайорская, Павловка, Никольская, Владимировка, Благодатная. Продвижение за день составило 12 километров. Группировка войск Луганской Народной Республики взяла под контроль населенные пункты Молодежная, Возгорье и овладела южной и центральной частью населенного пункта Попасная. Передовые отряды Луганской народной милиции вышли на окраины города Северодонецк. За день авиации и противовоздушной обороны ВКС России сбиты в воздухе один вертолет Ми-24 украинских военно-воздушных сил и три беспилотных летательных аппарата, в том числе один Барактар ТБ-2. Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиации поражены 79 объектов военной инфраструктуры Украины, в том числе 4 пункта управления узла связи, 2 зенитных ракетных комплекса, 3 установки РСЗО, 1 станция РЭП, 6 складов боеприпасов и ГСМ и 54 мест скопления боевой техники. Всего за время операции выведено из строя 3593 объекта военной инфраструктуры Украины. Уничтожено 61 вертолет, 126 беспилотных летательных аппаратов, 1159 танков и других боевых бронированных машин, 118 реактивных систем залпового огня, 436 орудий полевой артиллерии и минометов и 973 единицы специальной военной автомобильной техники.